Знаете, мне, честно говоря, я вообще не понимаю этот вопрос. Ну, не то, что вопрос не понимаю, я не понимаю этих действий. Я не экономист, я не олигарх, не бизнесмен. Ну, наверное, это круто для них. Ну, наверное, это не круто для них. Но те же олигархи, вот, ну, олигархи, да, надо вернуть деньги, потому что в стране деньги нужны, должно что-то крутиться. Блин, ну... Вообще, это отдельная песня, говорить про олигархат, так называемый, который там и незаконная приватизация, и людей. Да, блин, все у нас же в стране признаны честно деньги, если человек богатый, там олигархат какой-то, деньги просто так честно не заработаны. Зато я вижу этих людей рабочих, которые за 15 тысяч там что-то, блин, фигней страдают и не могут концы с концами связать, да. Ну, что-то здесь неправильно, наверное, во всей финансовой пирамиде этой. Ну да, наверное, вернут они деньги, наверное, будут молодцы. Ну, в свое время и отпускали, как это, разбойников в военное время, да, давали это, типа, давайте за нас повоюйте, отслужите перед Родиной, и все грехи с вас снимутся, да, и вы перед законом честны. Наверное, ну, что-то какая-то хрень, извините, ерунда какая-то. Они могут быть милые, премилые люди, все эти олигархи, да, очень воспитанные, интеллигентные, ну, там, хорошо себя держащие, там, на публике и так далее, там, подобное. Но, ребят, блин, ну, да, заработал он эти миллионы, миллиарды. Ну... Вообще надо всю финансовую систему, мне кажется, пересматривать. Какая-то ерунда у нас. Одни богатеют, другие, блин, спиваются и в лужу крови, там, в блевотине своей живут. Или если кто-то не живет, хочет жить по-честному, а не получается. Что там на этот мизер можно прожить вообще, я не понимаю. С концы с концами. Еще когда у тебя трое, четверо детей. Да даже двоих сейчас тяжело поднять. Не знаю. А давайте все в деревню уедем. Будем морковку с репой выращивать. Куда-нибудь туда подальше, чтобы от всех этих центров. Деревеньку сделаем, пахать будем. И там пускай они разбираются, воюют там и там. Будем медитацией заниматься и редьку жрать.